Всем привет, друзья! С вами канал Сергей и Леся. Ну что, соскучились за путешествиями? Тогда поехали с нами в Турцию. Мы продолжаем нашу историю путешествия на мотоцикле. Чем же нам запомнилась Турция? Ну, во-первых, здесь весело, и Леся тому доказательство. Есть море, много моря, очень много моря. И куча живности, а также очень много друзей. Сегодня мы побываем в гостях у прекрасной девушки Нагихан и узнаем, как живут турки в Турции. Я сейчас хочу вам показать, какой ужин нам приготовила Нагихан. Это она еще не все принесла туда. Мы очень быстро потолстели. Я вообще не худею в этом путешествии. Это манты с йогуртом. Это какой-то невероятно красивый суп. А это еще целая сковородка курицы. Я в шоке. И она еще что-то там делает. О, я в шоке просто. Вот так встречают. Что это такое? Расскажи нам. Курица. Как пельмени. Это как пельмени. По-турецки манта. Ага. Это суп. Это суп, а вот это? Курица. Курица по-турецки, да? Там грибы, да? Лук. А, да, грибы. И суп тоже грибы. Очень интересно. Спасибо большое. Из чего суп? Почему такой вот? Такой. Как? Ну, он какой-то необычный. Густой, густой. Густой и белый. Из-за да. чего? А, ты сыпала туда что-то? Флош. Да, что это такое, манка? Да, вот так вот мы через помощью переводчика иногда чуть-чуть Здравствуй. Общаемся. Но очень приятно общаться с таким прекрасным человеком, с новыми людьми. Да, Леся? Да, и мы изучаем что-то новое. Вот. И Нагихан тоже да. узнает какие-то слова. Да. Огонь, например, да. Огонь. Огонь. Это. Репутация. Да, что-то не то. Это точно. Там репутация да, того, кто да. готов. А по-английски? Ну, можно догадаться. Сейчас я попробую. Это пшеничная мука. 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 И суп грибной, кстати. Да, грибной суп. Так что у нас сегодня вечер, грибной вечер. Да, Леся? Класс. Спасибо, Нагихана. Всем желаем Спасибо еще раз хорошо. Приятного аппетита. Ну что же, друзья, настал вечер, и мы едем кататься. Вот так. Кататься? Да, кататься. Як цікавий. Отлично. Это украинский уже, да? Знаешь, как у нас говорят? Слава Украине. Великтерм. Привет. Доброй ночи. Да. 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 Немає. Как? Немає? Немає. Ну? Что это? Немає. Немає. Это... Что это? Нет. 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 Это по-украински. Это по-украински. А по-украински. Да. Немає, да. Which your city in Ukraine? Харков. Харьков. Near Kyiv? Да. В Киеве я училась. Рядом Киев? Ну, почти 300 километров. 400 километров. 400? Это 400. 400 километров. Ну что же, наш вечер только начинается, и мы вот попадаем в такой клуб. Ну, нет, это клуб. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. You going to Kyiv? Я together. Чай? Парусный клуб. Друзья, мы пробуем снова впервые киви чай. Он вот такого зеленого цвета, смотрите. Прям очень зеленый. Я даже не представляю, какой он будет по вкусу. Сейчас попробуем. А он короче, по вкусу. Не знаю, как конфета какая-то. Как леденцы. Вот только расставшие. Вот честно, сладкие очень. Как леденцы, сахара не надо вот досыпать. Вот точно я бы растворил леденцы, и вот был бы такой чай. Но на этом наш вечер не закончился. И Нагихан с друзьями решили показать нам свой город. Кстати, с Нагихан мы познакомились с помощью сервиса Couchsurfing. И мы у нее не первые гости. Ну что же, мы пошли дальше. И нам предложили попробовать турецкое блюдо кукуреч. Чем нам запомнилась Турция?
Это, конечно же, наличием бесконечного множества различных лавочек, где местные люди готовят буквально все. На каждом углу можно купить вкусную еду, горячий хлеб, выпить чай, насладиться турецкими сладостями. Ребята нас привели попробовать кокорыч. Это турецкий фастфуд. Говорят, что здесь самый вкусный кокорыч. Кокорыч. Да. Вот. Шарка заблела. И мы сейчас, я буду сейчас это пробовать. Такое мясо в хлебе. Мясо. Да. Paper. Да. Yes. Little bits. Little. Мало, это мало. No, little. Good. А мало? Ну, мясо вкусное, meat? Meat is super. Ekmek super, meat super. And paper. Türkiye'me Türk. Турция любят очень перец, да? Есть тюркишку говорят. Very good pepper. Вот это да. Это red, красный перец. Есть? Нема проблем. Fire. Огонь. Смотрите, это красный перец, и он поперчил. Да, вот, смотри, сколько. Мы любим очень много перец. It's crazy. Ребята, я хочу вот всем вам сказать, как в Турции проводят вот молодые люди свое время. Вот вы посмотрите, просто сидят все, пьют айран, пьют чай. И что самое интересное, нет никакого алкоголя, и все довольны, все смеются, и всем очень нравится вот так вечерами просто проводить время и общаться. И это на самом деле очень прекрасно, потому что ребята действительно необычные, очень веселые. Ну это вот просто супер. Так, блюдо, Леся, подскажи, как называется еще? Кокорыч. Кокорыч. Пробую теперь я. У меня тоже не острое, как нам заказали. Вот смотрите, такое мясо очень интересное в хлебе. И вот прям специи вот здесь сверху. Будем пробовать. Гем. Очень нравится. Кстати, я не знаю, почему Леся острое. Мне как раз супер. Вкусное блюдо, очень сытное, очень вкусное. Мясо нежное. Подожди минуту. Может, это мое? Может, это ее? It's no paper. No paper. Your? Uh-huh. Your. This paper? Why, This not paper, right? Ah. Oh, it's me! It's not paper! Change. Сейчас поменяем. Сейчас я пробую теперь paper. А, тут хорошо paper. Mm-hmm. Yes. Uh-huh. But it's with paper good. Oh, это Анатолий. Non paper. Ты не любишь перец? И я говорила, нет перец. Yes. А мне нравится перец. Paper, then good. Red. More beautiful. Да. Ты ела острое. Что, как тебе прогулочка, Лесь? Супер, вообще нас ребята везде катают, все показывают, кормят, все нас кормят. Мы будем скоро с такими щеками огромными. Вообще такие гостеприимные люди, я, если честно, в шоке. Это, кстати, друзья Нагихан. Ага. Да, у него очень прекрасные друзья. Так спасибо. Да, спасибо тебе. Мы сейчас гуляем по центральному парку, и здесь ведутся раскопки. Друзья, Турция, я не знаю, это просто для историков, это какой-то рай, потому что здесь на каждом шагу какие-то раскопки, какие-то древние руины. Вот посмотрите, просто в парку какие колонны. Вот там куча амфор каких-то греческих и римских времен. В общем... Это круто. Даже для меня это впечатляюще, для человека, который этим особо не интересуется. Да, все древние города, и происходят раскопки прямо здесь. Ну что ж, мы провели прекрасный вечер с Нагихан и ее друзьями. За это ей огромное спасибо. И, конечно же, поехали дальше исследовать эту прекрасную страну. GoPro, стоп видео! Не было? Нет, еще раз. GoPro, стоп видео.